Наша следующая участница долго ждала своего шанса. Моя любовь к музыке появилась сама собой. Все было очень банально и забавно, потому что я зарегистрировалась на сайте знакомств. И мои знакомства с молодыми людьми вдохновляли на написание стихов. Сначала просто строчки, а потом появлялась какая-то музыка. А потом была реальная встреча. Уже когда я училась в ГИТИСе, мы встретились в Петербурге. И все случилось. И есть Иллария. Это мое самое главное достижение в жизни. Как только ее сердечко появилось под моим сердцем, я не могла даже подобрать рифму к слову. То есть вот реально это такой хоп и белый шум. Я хочу реализации, хочу вырваться за пределы локального Петербурга. Мечтаю однажды снова писать музыку, как это было раньше.